Captured Russian Soldier Testimony Reveals Mistreatment and Harsh Realities on the Frontline. An interrogation video of a Russian soldier captured by Ukrainian fighters exposes Russia's lies to its soldiers once again, Commander-in-Chief of the Ukrainian Armed Forces, Oleksandr Sirsky, shared on Telegram. The Russian soldier identified himself as Baliev Shamil Zakirovich, a 35-year-old private from the Republic of Bashkortostan, serving as a grenade launcher in the 4th Motorized Rifle Brigade. Zakirovich said he signed a contract on November 2, 2023 due to financial difficulties and expected a rear deployment. Instead, he was sent to the front line as cannon fodder without receiving the promised payment. He detailed the regular mistreatment of privates, including constant beatings by the command. Everyone was kept in fear and was threatened to be ended, the invader said. He witnessed numerous instances of destroyed equipment and the corpses of fellow Russians while stationed at the frontline positions. Zakirovich talked about enduring constant shelling, Ukrainian drone attacks, and water supply problems, mentioning resorting to drinking their own urine due to scarce resources. Меня зовут Балиев Шамиль Закирович. Мне 35 лет. Я из России, Республика Башкортостан, город Дюртюли. Я рядовой стрелок-гранатометчик. Воинская часть 40-318. 4-я бригада, мотострелковая бригада. 3-й мотострелковый батальон, 7-я рота. Подписал контракт с Минобороны 2 ноября 2023 года. У меня долги залез конкретные, большие. Хотел закрыть микрозаймы в основном и кредиты. Кредит где-то 100 тысяч и микрозаймы тоже вместе также. Ну, 200 тысяч. Взял кредиты, чтобы компьютер взять. Вот этот кредит большой. А 3 микрозайма просеял просто. Ну, прогулял вот это случайно. По пьяни там, пил. В итоге поехал сюда. Думал, в тыловых частях буду служить. В итоге закинули самые штурма мясом. Находился там. Пока не взяли, блин, парни из 92-й бригады. Мне обещали 195 тысяч рублей подъемных. И вдобавок получается столько же зарплат. Мне в итоге, я не знаю, заплатили, потому что мою карту украли в военкомате. Сбербановскую. Потому что я его пошел восстанавливать, но там время требуется. До этого времени я уехал. И телефона тоже не было. Возможности узнать у меня нету, перечислены они или нет. Здесь на руки заплатили наличкой 50 тысяч всего лишь. Остальное сказали на карту упадут. На БЗ я был 6 дней, пока не взяли в плен. 3 месяца подготовки. В разных полигонах. Был просто стрелок. Ну там все так. А вот уже здесь начали назначать как бы. Ну, не сразу, а спустя там вот, неделю-две. Говорит, вот тебе РПГ будешь РПГшник, гранатометчик. В итоге на БЗ мы не взяли гранатомет, потому что невыгодно им было. Сказали, возьмете РШГ. В итоге и РШГ тоже не дали. Просто пошли с автоматом. Попали в полную жопу. Очень жесткое отношение к личному составу. Проявлялось в командирах рот, во-первых, потому что они за малейший твой косяк били. Ну, унижали всякими разными словами. Долбоебины, вот так. И говорили все время, что вы все в основном умрете. Вы приехали, чтобы умереть. И говорили, умирайте как мужики. Им на нас насрать. Там много заявлений писали в прокуратуру. Вот то госпиталь уходил из-за них. Что-то этот, ничего, движений не было. Никаких. Много жалоб было против них.
прокуратуру. Возможно, кто-то прикрывает. Они, не знаю, всех держали страхи. Вот один у нас за 500-ся даже. То, что их заявил. Мы его нашли и жестко отвезли. Не стали 200, потому что у него там дети были, как они сказали. Прежде чем, как приехал Бахмут, я там находился в домике, где-то 11 дней. Просто ничего не делал. Говорили, ротация будет, поменяйте. Это вот я приехал 15-го, если я началась. Так, февраля. По 25 число я находился там, в Бахмуте. Потом сказали, нужно собрать двух групп, чтобы произвести ротацию там, на позициях. И меня выбрали. Мы выдвинулись, как бы вечером, как стемнело. Сперва на Буханке, до какой-то точки, а оттуда уже пешком. И потом еще через поле тоже пешком. И мы шли ночью, нам повезло. В основном отстреливают группы, не все доходят. Старых уже нету, можно сказать, 300-й, 200-й. В крайний раз перед этим мы за боевые задачи прикомандировали с Таманской дивизии. Человек 60 только вот, дивизии Таманской. Еще столько пара десятков из других воинских частей. Большинство из них 200-е, 300-е. Пришел на позицию, разбитую технику видел. Много. Прилично там, где-то штук 10 точно есть. Ну, вместе, если считать, танки, баги, бэхи. Трупов много? Ну, на дороге, да, они валяются, но они в основном с левой стороны, трупов много. Мы туда не доходим, как бы точки находятся прямо перед дорогой. Несколько точек. И все, забежали эти блиндажи, эти норы, потому что коптеры летают, дроны летают. Можно сказать, постоянно, днем и ночью. Патрулят. Та группа, которую должны были менять, у них тоже воды не было. Тоже обезвоживание начиналось, ну так. Они, получается, выпили еще нашу воду. У нас тоже мало осталось воды. Проблема с водой была. Да, я вот не знал, кто меня будет менять, уже людей там осталось вот. Не, ну, вообще ничего, можно сказать. Если обратно пойдешь, тоже засчитать тебя 500-м. Ну, эти, дезертирство. Ну, никто не решался обратно идти. Так и остались вот. После нашествия дронов, ну, можно так сказать, да? Вот спрятались, блин, даже 6 дней там находились. А, нет, 3 дня. Пока нас парни из 92-й бригады не забрали оттуда. Ну, спасли от обезбоживания. Третий день без воды там лежал. Просто забежали, блиндаж, спрятались от дронов. В итоге потом туда все прилетало, и дроны скидывали, и снаряды какие-то, мины, не мины, вот эти. Она чуть-чуть накрывалась, но проход был. Там и лежали, прятались. Вот эти 3 дня. Воды вообще не было. Можно сказать, даже я вот свою мочу пью. То, что когда парни с 92-й бригады сказали, с первого раза, мужики, дайте воды попить, пожалуйста. Да. Они вот взяли плен, вообще не тронули, не расстреливали, даже угостили водой. Спасибо вам, мужики. Вот, дали напиться нормально. Спасли от обезвоживания, вообще, можно сказать. Вообще не стоит. Не стоит ехать. Это была глубокая ошибка. Пожалел, 100 раз об этом пожалел. И тети отговаривали, я что-то не послушался где. И даже кто здесь был, отговаривали. Что говорили? Ну вот у нас в Башкирии, говорят, митинговать, значит.
Надо прекращать это. Сколько людей уже полегло с двух сторон. Прекращать. Надо договариваться, почему это не понимает там, в Кремле. Чтобы дальше протестовать, чтобы вот парни из Башкирии, как я, не оказывались вот такой вот ситуации. Войны не будет, и этого тоже не будет. Все будем жить в мире, и все ровно будет. Надо перестать выбирать одних и тех же людей постоянно на власть. Надо менять, чтобы власть... Ну, каждый раз разные люди были, вот как в Украине, потом уже сколько президентов. У нас все время один, ну, знаете, кто постоянно был. Потому что если даже не идешь голосовать, он все равно автоматически твое этот фамилия, имя запишется. То, что ты проголосовал за него. На войне хуже, чем в тюрьме. Потому что там есть сидевшие бывшие, которые... Они говорят, что там лучше, потому что там условий, а тут ничего нету. Конечно, если скажут, я не пойду, пойду в тюрьму. То вот... 100%. Потому что это страшно. Все это... Ну, не стоит сюда ехать. Просто так ничего не заработаете. Если вы за деньгами сюда поехали, вы очень сильно ошибаетесь. Тут можно пулю заработать, а не деньги.